Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я пришла в магазин Fix Price по адресу Ленинградская область, город Кумнар, улица Фабричная, дом 9. Если чуть тише буду говорить, озвучу я прямо в магазине, а сегодня очень много покупателей. Ну а сегодня свой обзор я начну с отдела посуда. Почему-то здесь все отошли. Ну а мы с вами с удовольствием посмотрим. Вот появились снова такие кружки с цветными ручками. Их все разобрали. И снова их привезли. Это кружка из бора силикатного стекла, объем 420 мл. Очень красивая, симпатичная, стильная, современная, с рифлениями, легкая-легкая. Ручки здесь разного цвета. Зеленый есть цвет, синий и вот такой черно-серый. Смотрели с вами вот такие маленькие чайные чашечки, 210 мл по 49 рублей. Кстати, их тут немного, представляете, большие все такие разобрали. Были точно такие же большие, на такой же красивой ножке. А сегодня пришла, думала, это они, а это не они. Это совершенно другие. Вот такие новые повесили. Здесь они уже намного больше. Кружка 450 литров. Это обычное стекло производства Китай. Все вот эти рифления прощупываются с этой стороны. Их тут много повесили. Вообще, вот так отойду для тех, кто любит кружки смотреть. Может быть, не покупать, а просто смотреть. Из разных коллекций. И стеклянные, и керамические, какие-то фарфоровые. Вот эти с лицами здесь большие стоят. Они вообще большие, 530 мл. А рядом 580, вот эти оранжевые. Очень красивые вот эти вязаные. Они такие приятные, как раз-таки сейчас вот для зимы. Ну, летом можно, но вообще это хорошая такая зимняя коллекция из керамики. Они еще и сиреневые. Есть вот такой темно-коралловый цвет. Замечательный. Вот эти с рисунком кружки. В общем, их тут много. Но они же, я заметила, бутылки. Думала, пластиковые. А вот эти бутылки для воды, они стеклянные. 480 мл, они по 69. Крышки, вы видите, разного цвета. Рисунки тоже. Тут какие-то формулы, что ли, цифры, проценты. Здесь цветочки сиреневые. Посмотрим с вами, что написано. Стекло, полипропилен и силикон. Прокладочка на крышке. Крышка здесь винтовая. И вот такие вот листочки. Вот оно, обычное горлышко. И что у крышки внутри? Силиконовая прокладка. Цена 69. Вот эти, они тоже для воды. С трубочкой написано. 249 рублей 660 мл. Покажу, что еще в этой коллекции. Это чайник, вот эта бутылка, кружка, термокружка, термобокал. Вот она трубочка. Там они разного цвета. 249 стекло. Вот это уже пластик. Здесь пластик такой темненький, серый, что ли. Полистирол. Там они тоже разные. 149. Здесь объем 800 мл. Вот такая узкая, длинная. В отдельном отделе снова поставка вот таких наборчиков для шитья. Это такой временный вариант, либо кому вообще это не нужно, но иногда нужно что-то зашить, пришить. Цена 79 рублей. Органайзер здесь даже с ручкой. Называется он просто набор для шитья в коробке. Полипропилен, полиэстер. Здесь вот кнопочки есть, лента сантиметровая, нитки разных цветов. Ну, основные точно есть. Тут вот коричневый, черный, белый, желтый, синий, красный. Есть булавки и есть, по-моему, иголочки вот такие, да. В общем, наборчик такой прям полезный. За 79 рублей наборчик полезный. Вот их много привезли, новые. За 99 рублей я обнаружила фанты. Это отличный вариант занять детей на каникулах, которые уже скоро начнутся. Каникулы длинные. Интересно будет поразвлекать детей чем-то, да. Вот игра для любой компании. Здесь 18 карточек. Игра на интересы и подробная инструкция, видимо, внутри. Выбери ведущего, положи в коробку или на стол предмет. В общем, все-все тут написано. Я вам просто покажу фанты, да, что-то, наверное, исполнять, что ли. Есть лол, вот такие пони. Все прям популярные. Холодное сердце, Ариэль, тачки. Тут прям их много. Такой большой выбор. Вот овечки вот такие. И это для детей от какого возраста, я вам сейчас скажу. Наверное, от 3 лет. 0,3 перечеркнуто. Цена 99. Вот эти салфетки очень классные. После умывания использовать бумажные, да, как косметические. Двухслойные, 230 листов. Тут упаковки такие, что можно даже их и не прятать. Красивые новогодние. Здесь вот этот овал. Убираем и вот одна за другой вытягиваем. Я такие покупала, использовала их после умывания. Есть еще с елочками, 230 штук. Есть вот такие с цитрусами. Да, если заглянуть, тоже различные варианты. 99.
Сегодня по двойному ценнику влажная туалетная бумага Aura. Если вы любите этого производителя, 120 штук, 79 по карте 68. Как обычно, два варианта. Зеленая упаковка Aloe Vera и есть вот такая с ромашкой, упаковка синего цвета. Здесь приклеена, клапана нет. Сразу покажу, что есть еще влажная туалетная бумага в синей упаковке. Это другой производитель. Здесь уже упаковка с клапаном. 120 штук, цена 99. Город Тосно изготавливает компания «Авангард». Ну и также туалетная бумага влажная, которую я постоянно покупаю, есть еще в отделе, где детские товары. А здесь я увидела новую серию, это шампунь и кондиционер для волос. Они по 124 рубля, объем 200 мл каждый. Вот в черных упаковках это шампунь. Первый вариант это с коллагеном для густоты и объема. Российское производство, город Москва, шампунь для густоты и объема. И предлагают приобрести кондиционер для густоты и объема. Он уже будет выглядеть вот так. Вот уже белая упаковка, но написано именно из этой серии. Второй вариант это шампунь вот с такой золотистой для восстановления, для более гладких, блестящих и послушных волос. И к нему комплектик можно приобрести кондиционер. Эта серия уже с кератином. Вот так они выглядят, их только выставили. Цена 124, 200 мл. Корейские маски, то это не 79 рублей. Красивые упаковки, такие как бутылочка. Розового цвета это коллаген, интенсивно разглаживающая тканевая маска. Здесь вот указан состав, она с вишней. Есть еще сиреневого цвета, гиалуроновая кислота, глубоко увлажняющая маска. Вот все, что здесь написано. Обезвоженность убирает. Экстракт красного вина интенсивно увлажняет. И тоже состав, если вам интересно. Они по 79. Также в продаже есть корейская сыворотка для лица. Она вот такими блоками представлена. Стоит 62 рубля. Сыворотка, наверное, на несколько раз использования для проведения аппаратных процедур. В том числе для чистки лица, как самостоятельный продукт тоже использовать можно. Видите, если у вас какой-то есть аппарат такой, наносите сыворотку и начинаете массаж, чистку. Здесь энзимы, экстракт алоэ, гиалуроновая кислота. И сыворотка помогает убрать негативную реакцию кожи, ощущение дискомфорта. И это производство Корея. Вот, видите, на несколько применений. Получается на 4, за 62 рубля на 4 применения. Просили косметику почаще показывать. Вот с самого края хочу показать. Есть спрей, матирующий для лица. Производство это Казань, такая бутылочка 160 мл с гидролатом лаванды. Увлажняет, тонизирует, повышает иммунитет кожи. Можно использовать в качестве тоника и увлажнения. Просто распылять после очищения по мере необходимости. Кстати, можно использовать в качестве косметического льда. Для этого просто необходимо заморозить и протирать кубиком льда лицо. Цена 79. Такая бутылочка, тут, кстати, хорошо разбирают, всего две осталось. 79 рублей, 140 мл пантенол на ней написано. Это молочко с пантенолом для тела и лица. Ментол, коллаген стимулирует регенерацию ткани, активный уход для восстановления кожи. Знаете, он будет охлаждающий, написано. Здесь вот указан способ применения, наносить равномерно на чистую кожу лица и тела. Российское производство, Москва, это компания Wilson Group. Вот этот товар приглянулся, потому что не так давно он поступил, но их тут две бутылочки стоят. В черных коробочках продается сыворотка для лица. Beauty написано. 99 рублей она стоит, и объем здесь 30 мл. Представлена в нескольких вариантах. Вот одна из них лифтинг сыворотка, которая голубая для лица и кожи вокруг глаз. А это с витамином С. Она для лица и кожи вокруг глаз тоже видимый эффект. А там заполнение морщин. Точно, я вспомнила. Вы знаете, выбросила коробку, она у меня стоит. И я сейчас еще раз почитаю, как пользоваться. Потому что я купила и как-то про нее забыла. Вот такая у меня дома точно есть. Я покупала, потому что было очень много положительных отзывов. Бутылочка здесь такая небольшая, приятная. Способ применения, кстати, до сентября 2025 года. Способ применения нанести 3-5 капель сыворотки на очищенную кожу и слегка помассировать до впитывания. Здесь, знаете, что вот такая вот пипетка, кто не видел, мягкая, прорезиненная. Значит, вот такая точно у меня есть, буду пользоваться. И вторая упаковка, вот так выглядит лифтинг сыворотка. Она, знаете, такая прям густая, голубого цвета, 99 рублей, вдруг вы не видели. Уважаемые зрители, напоминаю, что новогодние товары многие сейчас по двойным ценникам. Прибегайте, выбирайте. Количество уменьшается. Помните, недавно я вам показывала упаковочную бумагу. Было много, смотрите, лежит один рулончик, два, и там два. Все, вроде как такой вот красивый, чтобы с новогодним рисунком здесь больше нет. Поэтому быстро раскупает, прибегайте. Я вот успела купить. Какие красивые наклейки.
это подписывать. 59 рублей, по-моему, я такие даже и не видела. Красота какая. Вот, например, на кактусе можно написать, кому и от кого. Да? Какая красота. Сделать вот такой подарок, обклеить его наклеечками. И они такие прям не маленькие, крупные. Очень красиво смотрится. Здесь даже есть инструкция. Ежики, лисички, елочки. Тоже везде нужно подписывать. Ну, а в качестве дополнительного декора здесь вот снежинки, варежки. Здесь, кстати, тоже, да, такие крупные снежинки, подарки. Здесь вот еще пингвин, елочка. Везде нужно прям подписывать. Так, в общем, что я такие вижу впервые, либо они мне не запомнились. 59, очень красиво, лист тут большой. Но в торце я увидела наклейки тату, написано переводные, новогодняя коллекция 49.50. Называются они «Драконы на стиле». Я вот нашла три варианта. Упаковка такая не очень большая, средняя, но их тут много. Тут еще какие-то надписи, да. Если перевести, они тут в другую сторону читать. Видите, как нужно. Но они такие прям красивые. Очень подробная инструкция. Прям с обратной стороны целый лист. Смотрите, какие яркие. Это новогодние. Ну, а здесь привезли коробки. Посмотрите, какие красивые, яркие, с пайетками. Очень много пайеток. Цена 149. 14 ячеек. 32 на 32. Она квадратная, а высота бортика 9 сантиметров. Такую красоту можно в ящик спрятать. Можно куда-то ее в стеллаж, да, на полочку. Нетканный материал, картон и пайетки. Разделители. Видите, как сделали? Маленькие носочки какие-то сложить, нижнее белье под линей, какие-то футболочки, я не знаю, колготки детям, взрослым. И тут они, видите, меняют золотистый на серебро. Есть еще вот такой цвет голубой. Он будет менять цвет на сиреневый. Здесь вот это нагляднее видно. Черные. Черные с серебром. Можно как черно-белый, да, рассматривать. Но черный с серебром. Есть еще красные, они здесь с зеленым цветом. Тут это видно. Любая коробочка 149. Ну, а я, уважаемый зритель, решила открыть вам показать, потому что стала вешать, смотрю, там молния. А молния — это дно. Это будет дно. Вот так она выглядит. Сейчас я ее соберу. Вот такая коробочка за 149 рублей. Значит, вот я смотрю, которая черная. Коробка, здесь вот золото, серебро, золотистое, серебристое. Как я вам и сказала, да, вот они такие, какую-то организацию сделать, они такие, видите, к дну не пришиты, такие легкие. В борта картон вставлен. Вот здесь вот такая красота. Ну, а в строительном отделе очень много интересных, полезных товаров для дома по привлекательным ценам. Вот, например, за 55 рублей можно купить ограничитель дверной с креплением. Дверь, да, чтобы у вас об стену, об шкаф не билось, всякие ситуации, и все будет защищено. Здесь простая установка защищает стену и дверь от повреждений и царапин. Саморезы, все для крепления уже идет в комплекте. Вот шурупы, дюбели и двухсторонняя клейкая лента тоже в комплекте есть. Полипропилен, нержавеющая сталь и полиэтилен. Вот эта штучка, она металлическая. Есть еще за 79 рублей набор накладок на углы мебели. Не бились, чтобы дети, может быть, да, маленькие. Здесь вот тоже можно ограничители такие поставить. Блокираторы. Два блокиратора и 4 уголочка. И двухсторонний скотч здесь идет в комплекте. АБС, ПВХ в составе. Здесь есть подробная инструкция. Выбирайте, они тут разного цвета. Уголочки все прозрачные, а вот эти ограничители... Блокираторы, да, называются блокираторы. Они есть зеленые, розовые, голубые. Цена 79. Смотрели с вами вот такую клейкую ленту. Она всегда продается в фикс-прайсе. Очень ее хвалят. Пишут, что хорошо держит. Какие-то, может быть, не знаю, картины. Здесь вот крючки можно. Легко удаляется на основе следов. Многоразового применения. Один раз купили, можно несколько раз пользоваться. Вот ковры, если у вас скользят, можно их прикрепить. Какой-то органайзер, чтобы вот вешать что-то, какой-то пульт, либо какие-то, да, картины, фоторамки. И просто крепится к очищенной гладкой поверхности. Показывала уже не один раз и всегда вроде как хвалят. Длина 1 метр, ширина 3 сантиметра. Уважаемые зрители, на сегодня это все. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Хорошего вам настроения, хорошей погоды и увидимся уже буквально завтра. Всего вам доброго, до свидания.